Всем привет, ребятки, вы на канале Duda Play, и мы продолжаем играть в игру Zombie Hill Racing. Так, давайте, поехали, время не ждет. Зомбари тоже. Так, давайте. Пушку мы прокачали в прошлой серии. Поэтому патронов станет немножко больше, стало. Но прокачивать ее еще можно. Прокачали также мы в прошлой серии с вами колеса. С новыми колесами машина стала ехать тоже быстрее. И у нее, я заметил, начала появляться пыль под колесами. Смотри. Так, вот где земля, видишь, сколько пыли? Потому что у нас колесики очень такие прокачанные. Но прокачать можно еще их сильней. Что мы и сделаем сегодня. Ой. Так, ускоритель закончился. Так, и в этом месте мы не можем двигаться. Почему-то у нас не хватает мощности двигателя. Так что сейчас будет вопрос. Либо колеса, либо двигатель. Давайте посмотрим. Что вы мне посоветуете? Колеса или двигатель? Ну, в принципе, у нас денег достаточно. Мы возьмем колесо. Полностью прокачаем с вами. Вот. Ох, какие колеса, прикинь. А также двигатель прокачаем с вами. Так, а на остатки мы возьмем еще прокачаем трансмиссию. Да. У нас хватает прокачки. Ну что, поехали? Поехали. Ой, какие, смотри, колеса у нас интересные. Да. Сейчас посмотрим, будет пыль или нет. Лететь. Вроде бы летит. Да, неплохо летит. Давай. Опа, зомбари. Кстати, насчет приветов. Мне писали, чтобы я привет передавал. Передам привет Максиму, Александре, Саше, Татьяне, привет. Саше, да, я говорил, Саше. Сереже, привет. И привет Ване. Ребята, вам привет от меня, от канала Duda Play. Спасибо, что смотрите ролики, ну а также другие пользователи, другие подписчики мои тоже смотрят. Всем им тоже я передаю привет. А если хочешь, чтобы я тебе лично передал привет, то напиши под видео привет, и я тебе передам в следующем ролике привет. Ну а также обязательно поставь лайк. Да. Так, ну все, мы доехали. Что у нас там по бензинчику? Бензинчик закончился. Посмотрим, сколько нам сейчас дадут денежек. Так, ух ты! 888 монет. Итого 903 монеты. Что мы приобретем сейчас? Мы сейчас с тобой ничего не будем приобретать, а купим двигатель. Точно. Пока ничего. Мы будем копить деньги. Собирать их, копить. Да. Потом прокачаем движок. Полностью. И посмотрим, что с этого выйдет. Колесики мы полностью прокачали с вами. Поэтому можно еще броню прокачать. Во, точно. Точно, мы прокачаем с вами броню. Это самое важное в этой игре. Броня. Чтобы бороться с зомбарями. Видишь, я как пострелял. У меня это автоматическое ружье там стоит. Кстати, можно и ружье прокачать. Почему бы и нет. Так, зомбари. Давай. Еще немножко проехать осталось. Так, закончилось топливо на самом интересном месте, я считаю. Ладненько. Сейчас мы зайдем в гаражочек. Сколько нам дадут денег? Может, тоже 800? Нет, 781 монета. Итого, давайте прокачаем полностью. Бронь ставим. Сейчас посмотрим. Ого, какая бронь прям мощная. И давайте тогда прокачаем. У нас на максимуме много чего стоит здесь. Ну давай прокачаем еще вес, чтобы прорываться от зомбарей. О, все деньги потратили. Все деньги. Так, ну посмотрим. Ох, ха-ха-ха-ха. Смотри, как хорошо. Прорываемся, да? Ух, нифига, я залетел просто так, прикинь.
С маху. Да. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Давай-давай-давай. Да. Машинка прям уже неузнаваемая стала, такая мощная. И турбо стоит у меня. Так. Ну, от взрывов ей ничего не делается, кстати. Машинки. Ну, еще... А, кстати, двигатель мы же не полностью прокачали. Там еще оставалось, кажется. А может полностью? Надо будет посмотреть. Ну, еще много трансмиссию можно прокачивать. Офигеть как. Ой, чуть-чуть не хватило. Ладно, встали на попа. Постоим, подождем. Угу. Чуть-чуть не доехали. 830 монет. Хотел сказать долларов, хотел сказать рублей. Нет, ничего мы здесь не купим. А купим, да, трансмиссию. 500 монет. Поехали, поехали вперед. Да, двигатель надо еще прокачивать. Ё-моё, много чего прокачивать надо. Так, давайте. Оп, ускорение небольшое. Ой, здесь мы встали с вами рядышком. Встряли. Вон бежит, смотри, зомбарь. Ах, ты такой резкий чувак. Ой-ой-ой-ой, здесь аккуратно. Проехали. Хорошо. Да чё ж у меня еще эти остались, что ли, с вами? А, патроны. Фига себе. Ой-ой-ой, хорошо, проехали. Так, а что у нас здесь? Эти, бензина-то много еще. Давай, поехали. Вот, хорошо. А потом нам дадут, после вот этой серии, ребятушки, нам дадут пикапчик. Да, точно. После этого автомобиля. Будет грузовичек такой небольшой. Вот на нем будет интересно кататься. Ё-моё, мы еще... А, нет. Так, зомбарь идет. Иди ко мне. Иди давай. Угу. Дошел. Да, и упал. Так, 900 монет. 900 монет. Итого 1900. А, отлично. Прокачаем сейчас полностью движок. Ага, у нас 3 монетки осталось. Офигеть вообще. Ладно. Поехали. Вот так вот. Что еще можно, по идее, в машинке прокачивать? Да, у нее есть ускоритель, у нее есть колеса, у нее есть броня, у нее есть утяжелитель, у нее есть двигатель, у нее есть трансмиссия, у нее есть автомат. Что еще можно придумать-то? Прокачивать для автомобиля. Я думаю, в принципе, ну, бензобак еще, да, есть. Вроде бы больше ничего не придумаешь прокачать. Так, ладно, ускоритель у нас закончится. Можно просто больше ускорителя давать, чтобы ускоритель больше прокачивать. Либо меньше монет давать, либо больше монет давать, неизвестно. Ну, если сильно мало давать монет, то, в принципе, не сильно интересно будет и играть. Так, а мы заработали с вами 900 монет. Ага. Ну, давайте приобретем трансмиссию. А тут больше ничего не приобретешь. Вот только трансмиссию. Либо копить деньги. Так, ну а сколько мы будем-то с вами эту трассу-то проезжать-то? Уже, в принципе... Мы нормально, кстати, проезжаем ее. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Застряли в таком месте. Ох, да. Давай. А где-то, смотри, мы едем. Качают нефть. Я смотрю, здесь прям какая-то пустыня, да? Кто-то занимается прокачкой нефтью. Так, давайте мы и так вот машинкой перевернемся, чтобы вниз не падать. Да, нефтяные вышки стоят. Это, наверное, нефтяники. Слушай, вот эти зомбари. Да. Какие-то корабли лежат. Какая-то пустыня, дюны какие-то. Но интересное место какое-то. Тоннели зачем-то их построили. Тоннельки. Ой, так, не знаю. Что, кончилось топливо, да, понятно. А доехать-то еще далеко, далеко. Ладно.
Так, а ну-ка, что у нас там в гараже дают? 800 монет. А, что мы... А мы все равно, смотри, с вами можем прокачать пушку. Давайте прокачаем пушку, да. Что убивает зомбаков. И останется у нас две трансмиссии и один этот утяжелитель. Утяжелитель, офигеть. Тут-то проехать-то... Тут-то, в принципе, уже осталось совсем чуть-чуть нам эту серию закончить с вами, ребята. Ну, будем пытаться. Будем пробовать. Так. Проезжать. Так, а сейчас мы купили с вами автомат. Не знаю, нужен он был, не нужен. Может быть, надо было просто трансмиссию прокачивать. Ну, тогда мы сейчас после этой катки с вами прокачаем трансмиссию. Но ее еще два раза можно прокачивать. А может быть, мы сейчас и доедем с вами. Кто его знает. Потому что всегда-то кажется, что о, еще много ехать. А на самом деле мы ее проедем и все. Да? Мы уже, смотри, проехали уже сколько. И осталось тут совсем чуть-чуть. А, бензинчик у нас заканчивается. Осталось-то совсем чуть-чуть, ребята. Алло. Да, ничего страшного. Поехали в гараж. 930 монет у нас. А, да, трансмиссию приобретем. И у нас останется еще 100 монет. Ё-моё, трансмиссия подорожала. Уже 1040 стоит. Да, мы ее сейчас не купим. Ребята, если вам нравится прохождение игры на машинке, то поставьте лайк, пожалуйста, под видео, чтобы я видел. А когда видео наберет 1000 лайков, тогда мы с вами, ребята, обязательно поиграем в новую игру с зомбарями. Там есть игрушка еще, похожая на эту, интересная. Вот мы ее тоже поиграем с вами. Ой-ой-ой-ой-ой, тихо-тихо-тихо-тихо, аккуратненько. И обязательно-обязательно, я забыл сказать, подпишись на канал. Да, чтобы вот этих вот зомбарей мы проезжали быстрее, мочили всех, чтобы силы было больше, то надо обязательно нам подписываться на канал, да, и поставить лайк. Да, немножко не хватило, но смотри, 1,5 сантиметра не хватило доехать-то, алло. Так, 1000 нам дали, неплохо. Что, ну что мы на 1000? Да, мы сможем с вами купить как раз трансмиссию, отлично. И попробуем проехать. Проехать. Если сейчас мы проезжаем, то будет очень хорошо. Ребятушки, ставьте обязательно лайк и подписывайтесь на канал. Если мы сейчас это проезжаем, то мы с вами сегодняшний ролик заканчиваем победой. Победой. Ох, нифига мы пролетели сколько, да? Давай, 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 еще немножко. Чуть-чуть ускориться надо. Так, по бензину сколько у нас? О, еще больше половины. Ё-моё, вот здесь вот мы очень много времени тратим. Да. Я уже не знаю, что этому автомобилю купить тогда в этом случае, если мы ее не пройдем сейчас, да? Ё-моё, еще и перевернулись. Ладно, едем. Не знаю, получится или нет. Да еще и патронов куча у нас, оказывается. О, здесь, в принципе, мы быстренько это сделали. Так, заканчивается бензин. Куда нафиг? Топливо закончилось. Ё-моё, не доехали. Опять сантиметр остался. Так, идем в гараж. Что у нас здесь в гараже? А в гараже мы все максимально купили. Осталось купить нам утяжелитель. Ну, тогда с утяжелителем мы с вами пройдем уже в следующей серии. Так что подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, передавайте приветы, пишите приветы. Всем до новых встреч, всем пока-пока.